Всем привет, с вами я, Крекер01 YouTube. И сегодня у нас будет обзор на вот такой прекрасный Team Transport. С Мерседесом 190 и Fleet Flyer. Это Team Transport под номером 10. Вот такие Team Transport в этой серии присутствуют. Nissan Fairlady Z, Sakura Sprinter, Supernova и Retro Rig. Покупал я этот Team Transport на Авито. Такой у нас прекрасный Mercedes. Давайте его распакуем. Я его уже открыл. И вот это чудо. Сейчас его буду очень аккуратно доставать. Так. Только ради вас такой контент. Вот сама упаковка. Пока ее сюда уберем. И сам Team Transport. Ух, как я хотел найти на себе. Сама надпись, что есть в наборе самом Team Transport. И сами модельки. Сейчас я их аккуратно достану. О, какой кайф, ребята. Вы не представляете. Сейчас. И вот сам набор. Сам Mercedes. На резине. Hot Wheels Premium. И сам грузовик. Falcon. Ну, давайте, пожалуй, начнем с грузовика. Mercedes оставим на самое вкусное. Вот такой у нас грузовик Falcon. Все очень хорошо сделано. Но, правда, я немного меня удивляю, почему колеса такие маленькие и грузовик там. Хотя машинка примерно как пол грузовика. Вот. Сам грузовик теперь. Кабина. Надпись Falcon, Tires. Дворники 2. Все хорошо прокрашено. Сам мини-гараж для машинки перевозки пластиковый. Низ на металле. Колеса резиновые. Fleet Flyer. Made in Thailand. 2017 год. Здесь вот такие двери изображены. Прокрашено все хорошо. Все отлично. Вот такая гравировка. Переход с темно-синего на светло-зеленый цвет. Надпись Falcon Tires. Задняя часть. Здесь даже эти поворотники изображены. Если я не ошибаюсь, вот. Сам грузовичок едет хорошо. И открывается он тоже неплохо. Вот как он там выглядит, вот. Еще, кстати, была в комплекте такая штучка, которую суешь сюда. И типа Mercedes, это типа, ну, он это... Ну, не до конца в грузовике. Вот. Сейчас я покажу самую главную функцию. Ну, он должен, получается, заезжать, но это не позволяет ему. Но если так, то вот он заезжает. Все, он заехал. Машина закрывается, и сам Team Transport едет. Так. Грузовик мы посмотрели. Теперь осталось самое имбовое посмотреть. Это сам Mercedes. 190. Сейчас. Как вы видите, все идеально. На Mercedes один дворник, так должно быть. Прокрашены фары отлично. Сама решетка тоже. Значок Mercedes имеется. Значок Momo. Falcon, Tires. И такой флажок. Как всегда, все металл, кроме, конечно, зеркал. Вот. Так. У нас получается вот так. Mercedes-Benz 190. Made in Thailand. 2016 год. Колеса резина. Катается отлично.
О, вот зад прям пушка. Как вы видите, надпись Falgen Tire, значок Мерседеса. 190E. Это слева, справа же 2316. Все очень хорошо прорисовано. Выхлопная система тоже имеется. Спойлер вот такой. Вот. Салон, конечно, тяжело будет развесить там, но все равно можно. Такой крутой Мерседес. Мома. Вот и сам грузовик. Если вам понравился мини-обзор на Hot Wheels Team Transport с Мерседесом и Fleet Flyer, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.